Сухая погода позволила раньше обычного приводить в порядок самарские дороги. Ежедневно полсотни рабочих заделывают ямы литой асфальтобетонной смесью. По такой технологии планируют отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров дорог. При этом качество смеси контролируют в специальной лаборатории. При изготовлении литой асфальтобетонной смеси в рамках допуска ГОСТских добавляются полимеры, вяжущие вещества, которые улучшают качество литой асфальтобетонной смеси, повышают ее прочность и надежность. Завод, где производят этот асфальтобетон, находился на плановом ремонте. Его запустили в срочном порядке раньше срока на 2 недели. И уже этой ночью стартовал ремонт Ракитовского шоссе, улиц Советской Армии и Революционная. Заделывать дефекты на дорогах будут во всех районах Самары. Первоочередные участки – это дороги с маршрутными транспортными средствами, то есть автобусными маршрутами, троллейбусными маршрутами, наиболее интенсивным движением транспорта. Ну и далее идут у нас по предписаниям надзорных органов обращения с замечанием граждан. Сезон ремонта дорог открывается именно такими работами. Их можно проводить даже при минусовых температурах. После, когда потеплеет, дороги будут латать большими картами. И уже потом приступят к комплексному ремонту улиц Антонова Овсеенко, Ульяновская, Маяковского, Красноармейская и другие. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.